Здравствуйте, я Антистова Надежда, представитель центра сияния, город Миасс. Чаще всего мы высаживаем картофель клубнями, но каждые 4 года картофель вырождается, и поэтому мы должны его обновлять. Легко и просто можно обновить картофель, посеяв семенами его на рассаду. Семена у картофеля очень мелкие, поэтому сеять мы их будем поверхностно, не присыпая землей, но перед этим мы их замочим в биококтейле на час. Сеять мы будем вот в такую одноразовую посуду. Здесь у нас уже земля заполнена. Земля у нас сиянием 2. Увлажним мы ее раствором с биококтейлем. И начинаем сеять наши семена. Состав биококтейля постоянно дорабатывается. Его компоненты периодически меняются. Узнать о составе биококтейля вы можете в садовом центре сияния вашего города. Еще раз мы опрыскаем биококтейлем. Все это мы закрываем крышечкой. Сегодня 11 апреля. В нашей рассаде 8 недель. И сегодня мы ее будем пикировать. Пикировать мы будем вот в такие вот стаканчики пластиковые. Также мы смачиваем нашу землю с сиянием 2 биококтейлем, раствором биококтейля. Пикировать я буду вот такой вот палочкой. Сначала я делаю углубление. Аккуратненько подхватываю саженец. Саженцы очень хрупкие, поэтому нужно делать это очень-очень аккуратненько. Так подросла наша рассада, которую мы опрыскивали один раз в неделю биококтейлем. После возвратных заморозков мы на отдельную грядочку ее высадим. Сделав лунки, в них добавила по 2 горсти биогумуса и по столовой ложке золы. Высадив рассаду, присыпаю препаратом сияния 2 и мульчирую органикой. Thank you.
Вот так легко и без особых усилий можно каждые 5 лет обновлять картофель. Подписывайтесь на наш канал, а также в группы в соцсетях.